Привет всем, с вами Лига Music Wars. Значит, сегодня последний день по земочке, последние часы, когда можно набить кучу очков. И поэтому, как всегда, я в эфире. В общем, у нас 139 тысяч кредитов, у нас куча сундучков, которые я копил в течение всей подземочки. Соответственно, сейчас мы будем их открывать, соответственно, и по куче лопат будем спускаться вниз. Сразу говорю, ребята, мой рекорд — это 54 этажа, ниже я не опускался, ибо я не трачу звезды. Я хожу на подземку, соответственно, на те сундуки, которые я накопил до того, как я спускался. Чего и всем советую. Ну, за исключением, конечно, донатов, ребята, которые опускаются ниже 75 уровня и так далее. До них мне очень далеко. Ну, сейчас мы на 1200 месте. Ну и прём, ребят, прём. А итоги все в конце. Ладно, смотрим.
Ну вот и закончилась подземочка. В общем, заняла 479 место. Это как раз время полночь у нас. Вылетела самая классная, ребята. Я наконец-то побил свой рекорд. В этот раз я прям постарался. Да не, просто тупо везло на лопаты. Вот честно, везло на лопаты. Все, надеюсь, смотрели, да? Я за, получается, всю серию в течение 7 минут как дрался и так далее, видели. Короче, миллион, ребята, кредитов я поднял за один час. 1 миллион. Чисто на этой подземке. Ну, тут лопаты еще и так далее. В общем, какая ситуация? Так, это надо сейчас ложить, вот это вот уберем отсюда. В общем, получилось у нас энергетики, бои здесь, всякая такая штука, в общем, у нас. Всякая разная. Ну и куча конфет. В общем, очень неудачно сходил. Плюс еще випочки выпали там. Сундучков, все это, конечно, там было видно. Ну а так, более-менее адекватно, кстати, сходили. Не забывайте, ребята, не забывайте, подземку надо проходить в последний час. Все остальное время вы просто копите сундуки. Ладно, спасибо, ребята, всем, кто смотрел. Играйте в Music Wars правильно, ходите в подземочку, а бейте 4x только один раз и в последний день. Ладно, всем счастливо, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будем делать новые видео. Надеюсь, что-нибудь интересное у нас все-таки произойдет. Жду прям что-то массовое такое в сентябре. Ну ладно, счастливо, ребята, счастливо.